Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый урок». Новый выпуск нового 2016 года мы посвятим выдающемуся педагогу, талантливому музыканту, народному учителю России Виктору Чепурову. В этом году он отмечает 90-летний юбилей. Виктор Николаевич Чепуров родился 2 февраля 1926 года в Томске. Жил в большой семье из 10 человек, отец – баянист. В детстве Виктор Чепуров посещал музыкальную школу по классу скрипки. В 17 лет попал на фронт. Прошел Великую Отечественную войну, после чего еще 6 лет служил на Дальнем Востоке. Позже переехал в Московскую область. Работал учителем музыки в 12-й школе в военном городке Чкаловский. Виктор Чепуров – создатель первого в стране самодеятельного детского оперного театра «Гуси-лебеди», который является пионером постановки детской оперы в школе. Выступления театра много раз передавались по всесоюзному и зарубежному радио и центральному телевидению. Театр выступал во многих городах страны, выезжал в Чехословакию, был награжден поездкой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Сейчас Виктор Николаевич проживает в микрорайоне Щелково-4, продолжает вести активную общественную работу – просветительскую работу среди школьников и коллективов детских музыкальных театров. Что ж, жизнь нашего героя наполнена событиями, а за его добродушие и оптимизм его искренне полюбили и взрослые, и дети. Давайте вместе проследим за судьбой народного учителя России. 2 февраля 1926 года. В Томске появился на свет Витя Чепуров. Он стал 6-м ребенком в семье. Всего же Чепуровы воспитывали 8 детей. Детство маленького Вити Чепурова прошло ярко, и уже тогда будущий народный учитель проникся любовью к музыке. Благо, вся большая семья Чепуровых была музыкальной. Под руководством отца-баяниста родился семейный ансамбль «Веселые ребята». Музыку я рано познал. Но потом, значит, когда я еще в школе даже не учился, то отец создал музыкальный семейный ансамбль. На бубне играю. «Веселые ребята» имели успех. Выступали в парках и клубах. А когда в городе открылась первая детская музыкальная школа, на тот момент семья жила в Новокузнецке, все дети Чепуровых пошли учиться. Виктор Николаевич выбрал скрипку. А батя сказал, ну кто будет убирать инструмент? Баян, скрипка, фортепиано, сольное пение, там, сольфеджи и так далее. Я сказал, скрипка. Потому что Колька, брат мой, он играл так хорошо на скрипке, а батя еще сделал меня дирижером, дирижировал хором и оркестром. Мама сшила мне такие коротенькие штанишки, такие хорошие, какие-то путь там она была. И я выступал. С этих лет я мечтал быть дирижером, но я им не стал, потому что война помешала. И захватила война нас прямо на гастролях. Это вот от Новокузнецка что-нибудь километров 200 или 300, вот так вот. Горнашор есть такая страна. И по радио слышали речь Молотова, что немцы напали. У меня сразу 3 брата, свой отец. И пошел я работать на военный завод. 252-й завод Московский, из Москвы эвакуированный Новокузнецк. И делали мы снаряды. Я боялся даже маме сказать, что мы делали. Потому что самолет был секретный. Тяжело было работать. Работали по 12 часов в сутки, без выходных дней. Я с завода решил уйти. Пришел к директору, помню директора Михаил Васильевич Царев. Я говорю, Михаил Васильевич, отпустите меня, я уже наработался вот так. У меня же уже сил нет больше у станка стоять. Я хочу к братьям там на фронт. Он говорит, как я думал отпустить? Ты же бронирован. Но если ты так уж меня просишь, чуть не с слезами, я тебя отпускаю. Ребят собрали много, на целый эшелон. Это был последний призыв на фронт. Наши дивизии, где я воевал, называли мальчишеские дивизии. 17 лет нам было. Нас готовили артиллеристами на фронт. Я получил звание сержанта и закончил я школу младших командиров. Я был вообще командиром орудия и был помощником командира взвода. Первый бой был, мы освобождали город Ужгород. Последний город, который закончил освобождение Украины от немцев. Страшно было, очень страшно. Некоторые даже мамы кричали. Погибали, много погибло моих друзей, на моих глазах погибли. И дальше мы пошли, уже границу перешли, по Польше шли, подошли к Берлину. Тяжелое время в жизни Виктора Николаевича, как и всех советских граждан, осталось позади.
Но юный солдат, которому в 45-м было всего лишь 19, остался на срочной службе на Дальнем Востоке. Конечно, и здесь проявился музыкальный талант Виктора Николаевича. А скрипку он получил трофейную. Старшина мне говорит: «Чепуров, ты, говорит, музыкант?» Я говорю: «Ну да, конечно, как же, почему? А что ж ты нам ничего не сыграешь?» Я говорю: «На чем я буду? На губах, что ли, буду играть? У меня ничего нету. А что тебе надо?» Я говорю: «Скрипку». «О, скрипку, пошли». Склад, да, скрипки там разные, немецкие, японские, китайские, каких там только нет скрипок. Да. Но я выбрал немецкую. И началось. Сержант Чепуров организовал самодеятельность в части. Создал солдатский хор, хор офицеров, хор жен офицеров и детский хор. Самого Виктора Николаевича пригласили в дальневосточный ансамбль «Песни и пляски». Развивалась и личная жизнь нашего героя. Именно на Сахалине он встретил будущую жену Надю, с которой впоследствии прожил 57 лет. Приехала после войны жить на Сахалин. Кончила курсы бухгалтерские. Работал в Доме пионеров бухгалтеров. Такая типичная русская девчонка. Я с ней танцевал и натанцевал. Женились мы. Дочь родилась. Но большая музыкальная мечта так и манила уже опытного скрипача Чепурова. Поэтому вскоре он засобирался в столицу. Отпускать не хотели, но желание получить музыкальное образование взяло верх. Я говорю: «Не надо меня уговаривать, я говорю, я же молодой, я могу еще окончить училище музыкальное». Поехал. Меня проводили, все. И приехал, когда уже все было заполнено. И консерватория, училище, и Академия музыки Гнесиных, и училище Инкогнитова Ивана. В общем, все забито. Столица приняла будущего народного учителя сурово. Не поступив в вуз, Виктор Чепуров остался практически ни с чем. Работал где придется, пока однажды по счастливой случайности не повстречал в электричке знакомых летчиков, которые тогда жили в военном городке Чкаловский. «Чепуров Виктор Николаевич, наш сержант, ты как сюда попал, в Москву?» Я говорю: «Да вот приехал учиться, и что, не поступил». «И ты такой музыкант, и ты не знаешь, что тебе делать. Ты у нас звездой был там, вот, все. Хочешь работать в школе? Будешь учителем пения». Так называлось тогда. Я говорю: «Господи, хоть пение, хоть представить, что хуже, только забирайте скорее». Так судьба юного солдата круто изменилась. Начался творческий путь, который привел Виктора Чепурова к званию народного учителя России. Определили нового педагога в Чкаловскую школу номер 12. Поблизости дали квартиру. А Виктор Николаевич начал вести свои увлекательные уроки. Я пришел в класс, она меня привела. Ребята, вот Виктор Николаевич, он с фронта пришел, с армии пришел. Будет у нас работать учитель музыки. Они все смотрят на меня. У них не было музыки, урока вообще не было. А я со скрипкой пришел. «Дяденька!» И все в руки так. «А дяденька, вы умеете играть на скрипке?» Я: «Конечно, я со скрипкой пришел». «А ну сыграйте!» И я как начал им играть. Разы. Вальсы. Песни описывали. Там все. Все. 10 уроков только играл. И они, конечно, меня приняли. И в школе молодой учитель проявил свои организаторские способности. Создал хор, много выступали ребята, воспитанные Чепуровым, много заняли призовых мест. Но вскоре педагог понял, не хватает какой-то изюминки. Вот так и появились «Гуси-лебеди» – первый в стране самодеятельный детский оперный театр. Я вспомнил, что отец таки оперу ставил, но не показал ее, вот после того, она началась, да. Поехал искать ноты в магазине, букинистики. И нашел ноты «Гуси-лебеди», изданные в 1938 году. А я его уже с детства знал, как я там играл. И все пропел все эти партии, там что «Баба-яга» поет, что там «Сова» поет, все. И пришел детям, прямо эту оперу исполнил на скрипке. Прямо исполнил. Я говорю: «Вот хотите играть вот, и петь в этой опере?» Все: «Я «Сова», я «Баба-яга». Так и началась история детского оперного театра. Сначала выступали в скромной обстановке, в маленьком зале 12-й школы. Но однажды весть о маленьких артистах попала в местные газеты, а дальше разнеслась по всей стране. Вместе со школьниками Виктор Чепуров объездил весь Советский Союз, был в Чехословакии. Телевидение стало приглашать. Вас на Шаболке мы первый раз выступали, в Останкино что-то более 20 раз выступили. Нас даже за границей снимало.
и мы выступали для границы. Театр существовал более 30 лет. Свыше 3500 ребят смогли почувствовать себя артистами. И не только артистами. Вместе с детьми Виктор Чепуров прошел всю Россию. Организовывал туристские походы в разные уголки нашей родины. Виктор Николаевич всегда с особой теплотой вспоминает о своих учениках и своем детище. Первом в стране детском самодеятельном театре «Гуси-лебеди». В последующем Виктор Чепуров трудился еще в двух школах Щелковского района, работал союзным лектором, посетил много стран. В 2003-м вышел на пенсию, но продолжает вести активную общественную работу, встречается со школьниками, пишет книги и мемуары. Виктор Чепуров – обладатель множества наград, является почетным гражданином Московской области, а в 2001 году из рук Владимира Путина получил знак «Народный учитель России». Виктор Чепуров знаком со многими выдающимися в мире музыки людьми, но главное, его любят и уважают уже ставшим родным в Щелковском районе. Молодежи есть с кого брать пример. Для меня учитель получился хороший. Дети меня благодарят, говорят, как встречает меня уже с стариками, говорят, спасибо вам, Виктор Николаевич, за счастливое детство. Как вы познакомились с Юрием Гагариным? Мы жили с Гагариным рядом, напротив, он его дом, а и наш мой дом. Где? На четвертом этаже, и он на четвертом этаже. Он ходил, я его видел каждый день, он делал зарядку со своими всеми космонавтами. Но, а мы тогда же не знали ни одного космонавта. Я только вижу, что тут ходит группа офицеров в этих спортивных костюмах, утром занимается зарядкой. А я тоже занимался там же. И когда я приехал на занятия в институт, я занимаюсь, и вдруг по радио объявили, прервали занятия, и объявили, что Гагарин в космосе. Убегаю на Красплощадь, а там народу, и все с портретами Гагарина. Я говорил, ну, боже, так это сосед у нас, Гагарин, я его каждый день вижу. Виктор Николаевич, какой ваш самый любимый вид спорта? Туризм. Всю Россию я проехал, всю Россию ее пешком прошел. Походы по Байкалу, на Байкале, в Сибири, на Алтае, в Заполярье. Такие походы по 30, по 40 дней, в которых я готовил ребят целых 2 года. Виктор Николаевич, что вы чувствовали при встрече с Владимиром Владимировичем Путиным? Ну, я точно так как-то все подходил там. Он мне вручил награды, все. Вот. А он взял и заговорил со мной. Он говорит, кто вы такой? Я говорю, я уже учитель музыки. Окончил музыкальную школу. И взял, да и сказал, как ваши две дочери, Катя и Маша, закончили по классу скрипки, а не скрипачки. Ему это так понравилось, он улыбался, тут он улыбается, там улыбается. Виктор Николаевич, какая ваша самая памятная медаль? За победу над Германией, вот она, которая сейчас непосредственно в боях. Это самая дорогая медаль. Да, ну, конечно, орден Отечественной войны. Можно один орден Отечественной войны повесить, больше ничего не вешают. Удовольствием и школа, и учителя, я позволю себе от всего коллектива,
И, конечно же, родительская общественность. С удовольствием поздравляем Виктора Николаевича. И, Виктор Николаевич, примите наше тепло сердец, наше душевное расположение и, конечно, эти скромные цветы. Уважаемый Виктор Николаевич, праздничные дни, потому что вы подарили району праздник своим днем рождения, своим юбилеем, 90-летием. Вам будут говорить очень много добрых слов. Я очень рад, что у вас есть дочь, что у вас есть внуки, которые вас любят. Я очень рад, что и школы района, и дети, и педагоги готовы с вами общаться, дружить, перенимать ваш богатейший жизненный опыт и брать с вас пример в добром и хорошем отношении к людям, что является, безусловно, залогом вашего долголетия. Поэтому здоровья вам, счастья и прекрасных мгновений в жизни. С вами была Наталья Медведева. Вы смотрели программу «Открытый урок», которую в этот раз мы посвятили народному учителю России Виктору Чепурову. Мы поздравляем Виктора Николаевича с юбилеем. Желаем еще долго радовать нас своим талантом и оптимизмом.